Ну тут ГАЗ-69 творит чудеса. Блин, чуть не проехал. Тут жестко утонули. Глянь, не заглохло. У тебя там подводное зажигание? Макс, давай лебедкой, подожди, лебедкой подтяни, не рви, не рви, подтяни лебедкой. Чуть-чуть подтяни с ямы его, выдернуть, а дальше ходом поедешь. Все, поехали. Двухслойная ката на крыше у Макса и онлайн заэкранировала и пропал. Рус со мной едет. Сейчас будет хороший брод. Там, где сидел Lexus и Subaru. И много других людей, да? Да. В прошлый раз там сидел. Почти все, да? Nissan. А, там патрол коробка умерла там, да? Там вроде же. Да, да. Патрол набрал в коробку воды. Так автомат классный. В автомат. Но для оффроуда, да. Глубокие, надо сапуны выводить просто, я тоже не знал. Там, он, я думаю, и с сапунами тоже. Не-не-не, она же герметичная. Если сапуны выведены, все нормально. Так, ну вот уже мы тут почти близко. О, а тут сейчас нудисты будут, да? Нудисты, да, если открыли сезон, где-то должны тут уже нас ждать, наверное. Ну-ка, не, они каждый год. Все время нас ждут? Ну, вот они. Вон, нудисты есть, ура! Нудисты на месте. Нудисты, да. Смотри, это они забивают место ранней весной. А, они на карантине просто, понял? Да. Нудисты, вот нудисты здесь, да. Это их. Что-то они одеты. Что-то одеты, причем так тепло одеты, да. Замерзли. Это не нудисты, какие-то на бомжиков похожи. Может, я ошибаюсь, конечно. Нудисты обычно там. А с той стороны приезжают люди на машинах с биноклями и сидят, наблюдают за ними. Думаешь? Ты видишь в курсе всех событий. Ага, откуда ты? Это мне Бородач рассказал, мы в прошлый раз. А, Бородач рассказал? Да. Ух, он фантазер, ты его больше слушай. Это Бородач, сказочник еще тот. Со стажем. Так, сейчас будет нормальное рубилово. Опа, вот оно. Смотри, а тут вот... Да все равно нормально тут. Глянь, какая вода чистая, прозрачная. Дно видно, все идеально вообще. Классно идем. Глянь, плотина тут он построена слева. Ого. Ого. Это на первой ты? На второй. На второй? Нормально идем. Слышь, ты можешь развернись. Давай выпрыгнем. Ну, я имею в виду, что вдруг кто-то подсядет, чтобы подтянуть. Ну, тут ГАЗ-69 творит чудеса. Блин, чуть не проехал. Как вам это? Не сидит, красавчик, ну. Чуть-чуть перекоксовал. Надо было просто не по этой яме, а чуть в сторону взять. На, снимай я на капот. Нету Андрея нашего спасателя. Получается, будем сейчас так вот спасательную операцию проводить. Давай. Сидит, конечно, очень он глубоко. Жестко утонули.
Давай назад натягивай потихоньку. Подожди, подожди, не уходи, пусть натянет. Глянь, не заглохло. У тебя там подводное зажигание? Хорош, хорош, Макс. Или подтянешь, может? Так, там какие-то люди. Видите, как сидит, даже у вас немного. Макс, давай лебедкой, подожди, лебедкой подтяни, не рви, не рви, подтяни лебедкой. Чуть-чуть подтяни с ямы его, выдернуть, а дальше ходом поедешь. Все, поехали. Поехали, Макс. Стоп, 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 осторожно. Хорош, хорош, хорош. Стой, 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 стой. Руслана, ты не можешь, да, чтобы руки были свободны? У меня его вот две камеры. Он еще одну включил. Так, там альтернативный маршрут он показывает. Давай, спасибо. Ну как вам это кино? Кто отключился, все пропустил. 60 человек, на 60 было больше. Так, Леня тут по новым маршрутам. Блин, рубится. Ага. Ровнее руль! Ровнее руль надо вправо, Лень. Вправо руль подровнять и попробовать еще. Скажи, чтобы еду выше положил. О, есть, давай вперед к Оксу. Вот безбашенный днепропетровчанин. Да, это жесткий парень. Это жесткий парень. Да. Да ты что ты тут? Я не видел ничего. Это просто жесть. Это механика? Да, да, механик. Спешит на помощь к другу. Ну, по крайней мере, я поборолся. Нет. Не, так ты хорошо почти проехал. Давай! Вот и выезжать, я не знаю. Прямо как стоишь, так и выезжай. Юра едет. Куда он едет? У Юры опыт большой. Он даже на Arctic Trophy был. Идет? Юра из нас всех дольше всех в оффроуде. А ну Крис давно, но он квадроциклистом был в детстве. Крис, ты квадроциклистом же в детстве был, да? Что? Квадроциклистом раньше был? Да. С какого года? О, 2006. Даже раньше. 5-го? Юра, да, да вижу, вижу там. Рубится. Да нет, пока. Так, что ж там у Юры творится? Он борется.
Летом бы ничего видно не было из-за листвы, сейчас хоть что-то видно. Так, Макс подтягивает Леню. Не, ну тут болото настоящее такое, качественное. Да, да, правильно, что колеса ровно поставил. Спасся. Я хотел на пролом. Не, ну я понял. Так, там Юра. Я хотел подлебедился чуть-чуть. Ну да, по воде ты чистенький был бы, помылся. Давай назад и вернешься по воде. Да. Да, да, Юра. Он, наверное, соскучился за оффроудом. Да, да, Юра умеет. Порубиться сам. Юра может, тут даже. Да я да ладно, он Юра куда поехал. А снимать кто он будет лебедку? А, кто он там? Я могу снимать его на камеру только. Юра, помочь нужно. Оторвет сейчас, оторвет. Мы ищем ножки. Мы видим, мы видим. Так, что там, Юра поедет? Нет, там где-то по центру дверей еще должно быть. Тоже там должны быть. Так, Юра пошел. Подожди, подожди, подожди. А там долго он не поедет. Долго? Крис говорит, далеко не уедет, говорит. Чем-то повыковыривать надо. Ого. Пошла, пошла жара. Макс, он перестал. Так, тут Юра едет. Все, выдвинулся. Трос. Хорошо едет. Да не, он проедет. Все, иди, размотывай. Да нет, я не снимать. Пойду. Иди, иди, Роуз. Я не могу. Давай толкни. Иди, Роуз. Подожди. Да нет, Роуз. Я уже высыхаю. А ты что, маску намочил, Роуз? Да, снял маску. Надоело что-то. Так, ты уже привык за эти дни. Юра идет. Юра идет к нам навстречу. Так, на кого тут, Юр, давай. Что-то у тебя тоже ноги намокли, я смотрю, чуть-чуть. У Юрца уже тоже. Да вот дерево. Да нафиг нам дерево, если есть этот, Тойота. Нет там ничего. Да вот дерево, что приезжай, Макс, подъезжай. Так, Юра. В сапогах тяжело передвигаться, когда они полные воды. Да-да-да, 30 секунд. 40. О, сейчас должно быть лучше. Пишите, когда. Смотри. Жесткий оффроуд, а тут туристы пришли. С собаками гуляют? Не, ну. А маска, где маску оденьте? Собака есть для карантина. Так это вы во время карантина купили специально, да? Нет, раньше. Да не сочиняйте. Так. Что там, должно быть лучше видно. Вот Базилио, да.
Думаю, что нет. Бугай тащит серьезные в маске. Опять? Там Леня опять застрял. Все нормально. Блин, Леня опять застрял. Ёлки-палки, что происходит? Леня, ёлки. Заглох? Так а как? Тут летом высыхает, в этом месте вообще нет воды. Где вот сейчас Леня? Так а как же так получилось? Заглох и все, блин. А чё ты поехал так на такую глубину? Да тут не глубина. О, вот какая-то известная машина. Какой-то человек. Интересно. Кто это может быть? Какой-то серый патриот? И Макс едет. Серый патриот и человек в камуфляже. Где-то я его видел. Где он? Тут люди спрашивали, где он, где он. А как ты нас нашел, Андрюха? Просто ехал и нашел, да? Посмотрим, что у нас с фильтром. Так, Леня ремонт в болоте начинает. Нормально, да? Да. Слава Богу. У меня такое было на гранде, на датчике попадает, попадает вода и... Я уже пробил. О, почти завела. Так, Леня не сдается. А фильтр проверили? Фильтр проверил. Сухой фильтр. Он посмотрел. Так, завелась. Да, да, это супер надежность. Скажи? Да вообще. Убивает, но не убивает. У меня от Тойоты тоже есть запчасти на машине. Роуз.